Ребят, всем привет. Здравствуйте, ребята, здрасте. Ребят, мы едем на Australian Open играть парный разряд в большой теннис. Вчера парились в баньке с друзьями. И одни смешные люди кинули нам вызов. Я в качестве главного судьи буду. Да, на вышке. Слава, главный тренер. Аут! Я, честно скажу, где-то год не играл. По мячу попадаю. У меня напарник, говорят, очень сильный. Адыгеец, чемпион Адыгеи. Первая ракетка Адыгеи. Единственная. Единственная, да. Там больше нет игроков просто. Не переключайтесь, смотрите дальше. Ну, до трех побед или до двух побед сета? Не, мы до двух. До трех это уже... Это уже большой член, да? Это большой член. А у вас маленький. Да, да, у нас маленький. Бля, я боюсь ехать куда-нибудь. Ребят, подъезжаем, смотрите, Ролан-Гарос. О, я не проеду. Подъезжаем в Ролан-Гарос, смотрите, что нас ждет. Водное поло. Машина. Ой, бля. Машина Део Матис. Заглохла, послушай, не заглохла? Почему ты сидишь? Ты ж учитель, ученик. Я ученик, ты учитель. Учитель! Ребят, Ролан-Гарос, смотрите, виднеется крыша. Я надеюсь, здесь никаких ям не будет. Парк, тут же дымочек откуда-то идет, шашлыки жарят. Ага, из-под люка. Вон, смотри, шашлыков. Под люк, ага. Вот, главное, чтобы мы в какую-то подлюку не влезли. Ой, бля! Ой, сейчас... ребята, блядь, нахуй я приехал сюда, брат. Камни из-под воды торчат какие-то. Что на тебя? Все, пизда. Да потому я ездить не умею. Ребята, танки грязи не боятся, Матис! Мы выберемся, мы будем воевать, мы выиграем эту войну. Смотрите, ребят, тут закрыто, вот с краешку корт открывается. Да сейчас покажем, что ты переживаешь. Красиво, да. Стандартное, все, ребят, все нормальное, все стандартное, размеры. Да. Очень переживаю, дрожу. На нейтральной вот еду, газую. Ребят, можно заезжать сюда. Раз. Вот, ребятки. Соперники уже на месте, да? Вот, где видишь, где крыша, лужицы. Все, ребятки, не переключайтесь. Ребятки, два корда. Покрытие называется хард. Хардрок. Заходим в раздевалочку. Куда хотите? Да не знаю, они сейчас Макс приедет. А, сейчас Макс. Смотрим. Здрасте. Можно, да, переодеться? Да, конечно, нужно, да. Туалет. Все как полагается. Да, это свет, да, брат. Ну. А зеркало, что твое лицо не поместится, не поместится в него. Это уровень. Или уже помещается. Мое помещается? Пока да. Это уровень Ролан-Гароса, ребята. Душек, да? Ну, солидно все. Ребята, смотрите, пранк. Сборная России, да? Где есть, пошел. ФК Краснодар, ребят. Этот город. Пошел. Слава, еще один. Ребята, это вот Беслан, Адыгеец. Это первая ракетка Адыгея. И последняя. И последняя, да. Единственная. Ты все переодет? Да. Ну все, артист, давай, сейчас я подойду. Вот, Слава. Краснодар, да? Потом, ребята, чтобы вы понимали, что, кто. Связи везде по России. Помните такой клуб, ребята, ФК Волга. А такой помните, ребят? И вот, ребята, мой друг играл. Ебать, Спартак, ебать. Беленов Александр. Как из жопы побывало. Ну есть Кубань, ребят, мы уже все выйти. Как и сама Кубань. Все, ребят, а мы переодеваемся, готовимся к игре. Здесь сколько цена стоит и ракетки дают? Да, 700 рублей в час. Вместе с ракетками? Да. Так, ну что, ребята, Волга готова, штанишки с пулей, с пробоиной. В голове. Мячики, все солидно. А их, по-моему, должны в холодильнике, да? Вот профессионалы, они из холодильника достают, кажется. Чтобы лучше летели или что-то там такое. Ракеточка легенькая, здорово. А тут, ребятки, смотрите, сколько ракеток. Хет, все как полагаю, мячей сколько. Блин, скользко. Они скользят вот здесь вот эти ноги? Или у них специальные какие-то кроссовки, да? А этот, вышка для главного судьи есть? Ребятки, смотрите, а парк тут какой сделали. Детей тут столько гуляет. Всякие эти, как их называют, для роликов, для самокатов. Вот он, четвертый участник соревнований. Здорово. Давайте, выбирайте, что кому. Выбираю.
Это старший. Орел. Это что, вот это? Да. Герб наш, блядь. Тащите. Подача наша, а? Выбираем. Что выбираете? Подача, подача, прием? Подача. Подача, тащите. Матч до двух сетов. Поехали. Судья на вышке. Блядь, не раздавить бы кресло. Считайте сами, не буду считать. 0.15. Здорово. Ай. Ты мяча коснулся в этой игре? Ой, здорово. Я король сетки, бля. Продуктовый. Ере трудно перекинуть. Ай, ай, блядь. А, сука, синяк будет. Бро, я не играю, а что в меня бьешь? Ух ты, бля. В одну калиточку пока. Здорово. Браво, браво, браво. 4-0, да? Капитан команды синих Максим Шаманский. Слабый, ваш... за счет Пряникова выезжают. Все, Еря слабый, я его ненавижу. Перспективная пара из России, что-то слабенько пока. Марат Сафи на минималках. Эй. Ух ты, блядь. 1-5? 1-5, да? А, все? Россия, эхо такое. Бес, просто перебивай, не просто перебей, бесит, брат, элементарно. Хорош. Ближе к сетке подойди и убей его. Здорово принял. Здорово Андрюха принял вообще, блядь. Так. Это что, матчбол? Все? Гейм, сет и матч? Не, ну ожидал, что у меня партнер посильнее, ребят, честно. Потому что Пряник знает, как играет. Да, да, да. 6-1, 7-5, да, получается?
Ребятки, ну что, расскажу вкратце. Проиграли. Я ж говорю, я думал, у меня напарник посильнее будет чуть-чуть. Он хорошо играет, здорово, но он давно не играл. А я в одной паре вот как играю, так играю. Можно сказать, отвратительно. Поэтому я очень расстроен. Иду сейчас, даже не знаю, что мне делать. Главный вывод какой? Идти. Главное, ребят, не бухайте, не пейте, а занимайтесь спортом. Конечно, только спорт в нашей жизни. Все. Теннис, футбол, волейбол. Главное, даже бухайте. Шахматы пойдет. Так что, ребят, вот я на 20 килограмм похудел, еще 26. Потом у Славика выйду на канал в эфир. Мы снимем про эту серию, как я худел, что я делал. Видос уже снимается. Да. Так что, пожалуйста. Смотрите. Все, ребятки, едем домой. Спасибо за просмотр. Я думаю, за просмотр еще рано. Пранки еще будут. Какие пранки? Сегодня? Что-то дырявое все. Где? Куртка. Это же не парадный выходной. Обосрались, короче, ребятки. Мы сегодня, поэтому надо бухать, а не тренироваться. Все, ладно, спасибо за просмотр. Пальчики там, не пальчики, подписочки. Лайкосики, ребят. Как ты там любишь это делать? Все, ладно. Всем чао, пока. Ребятки, ну что, как я и чувствовал, Славя сказал, он попрощался с вами уже. Я говорю, Слав, чувствует мое второе... Эхо, что что-то у нас будет, Ребят, ну, пропотели, все, как немцы восстанавливаются, как что, как бы, ну, судьбу не обманешь, поэтому мы со Славой решили заехать восстановиться. Восстановиться, как бы. Не бухайте, ребят. Давайте, за все хорошее, ребят. Такие скромные кружечки маленькие. Да. Это у нас Беккер нефильтрованная, это Хадыжинская, а это у нас Кита, да? Ой, смотрите, как он глазки закрыл. Первые глотки какие сладкие, да? Сколько они пил, бро? Месяц. Ой, как вкусно. Я тоже почти месяц не пил. А крепкий алкоголь со 2 января. Ваше здоровье, ребят. Почему ты еще не спишь? Последний уровень хорошо. И подруга подарок на день рождения. По 200 рублей. Так покрывай. О, кайф. Все хорошее? Хорошее. Сладенькое, как я люблю. Барчик тут такой у нас неплохой. На первом этаже. Короче, на 2 этаже бара, там просто пиво на разлив продают внизу. А ты вообще Хадыш шаришь в пиве? Хадыш мне не очень, он, не знаю, уже приелся. Беккер ничего. Че, не нравится? Мне кажется, кислит. А, ну, они всегда кислит, оно. Зачем искать низкую ставку? Кислое. Мое попробуй. У меня сладенькое. Да, я по вынозе платила, мне Совкомбанк все проценты по кредиту вернул. Именно. Сладенько, но после вкуса, да, пизда. Да, но это не пиздец. Да, Хадыжинская, по-моему, всегда такое было. Не будем обращать внимания, под рыбку пойдет. Да, рыбочка. Не, может, во рту еще давно не пил вот это, блядь. Рецепторы притупились. Рецепторы, да, поэтому... Рыбка кайф, нам еще сейчас тараночку принесут. Порезанную. А там лежали греночки. С чесночком, черненькие такие. Но лучше рыбку уже тогда. К сожалению, нельзя греночки. Да, греночки я решил вообще от хлеба отказаться. Попробуем такой вид диеты. Я тараночку поднесли нам с икорочкой, смотрите, ух. Правда, она такая мокренькая. Я люблю больше такую сухую, чтобы аж зубы можно было от нее сломать. Потому что от нее потом руки воняют. Единственный минус, конечно. Кайф. Икорка. Хорошая тараночка. По соли. Угадали. Как тебе, бро? Тараночка топовая. Хорошая. Блин, с этим толстым свяжешься. Я так и думал, что одной кружкой мы не ограничимся. И только рыбой. Ребят, надо. Аппетит приходит во время еды. Очень хочется кушать. После пива. Очень.
Мне пока не очень. Плюс Слава заикнулся, очень ему шашлыка охота, поэтому сейчас уже у меня в голове план. Он-то не знает, но я вслух скажу. Хочется шашлычка заказать, люляшек, там, краска, лучочек с уксусиком, помидорки, сальце, бутылочка, литрушечка и пошли водочки. Спасибо. Жигули пробуем, ребят. Ходыш не очень. Жигули выше сорта. 4-0 сыграли, блядь. Значит, завод у нас по... Шутер. Спасибо. Пивоваренная компания «Балтика» варит. Ребята, «Балтика» варит под знаком «Жигули». Что это за цель? Мне это не устраивает. Ты громче говори, а то тебя не слышно. Новосибирск, Воронежский пивзавод. Да налей в стакан, как нормальный блогер. О. Что, не горчит? Так, шляпа. Ну. Боярского. Я не пью, Слав. Я на диете сейчас 4-й месяц. И нет-нет, раз в месяц. Нет-нет и да. А фисташечки, ребятки. Так что так, ребят, не переключайтесь. Вечер еще впереди. Все, ребятки, выпили по 1.5 литра пива. Поели фисташек. Все хорошо. Все, на этом наш сегодняшний вечер заканчивается, Максим. Водка. Не, водка. 1-0. Хорош, 1-0, Ростов, Партизан. Паша Мамаев. Ауе! Все, на этом мы заканчиваем. Возможно, сейчас продолжим, мы у меня дома стрим заведем. Ну, возможно, вы его уже и увидели. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. Дорогие мои подписчики, мы гудышки. Я просто тренируюсь блогером быть.